Восстановление мышц после тренировки. Вы только что закончили тренировку и чувствуете напряжение и усталость мышц. Вы довольны тренировкой и ждете скорейшего результата. Но не всем известно, что для того, чтобы получить максимальный эффект от физических нагрузок, после них необходимо максимально расслабить свои мышцы, чтобы они восстановились до следующей тренировки. Я предлагаю вам 8 способов для полнейшего расслабления и восстановления ваших мышц. Выбирайте себе подходящий. Первое. Дыхание. Данная техника применяется во время отдыха, либо перед сном на ночь. Сосредоточьтесь на своем дыхании, дышите медленно, делая глубокие вдохи и выдохи. Их длительность по 4 секунды. Когда делаете выдох, представляйте, что все напряжение и негативная энергия покидает ваше тело, постепенно расслабляя одну за другой группу мышц. Расслабитесь полностью. Номер 2. Растяжка. Мало кто знает, что растяжка крайне необходима после тренировок для лучшего восстановления мышц, снятие с них напряжения и укреплению мускулов. Обязательно выполняйте упражнения на растяжку после физических нагрузок, когда мышцы наиболее разогреты и эластичны. Удерживайте каждую растяжку от 15 до 30 секунд и растягивайте мышцы до тех пор, пока не почувствуете их полностью. Как только возникнет боль, остановитесь. Номер 3. Сон. Сон важен не только для лучшего психического функционирования, он также обеспечивает необходимый отдых для ваших мышц. Сон не только восстанавливает ваши мышцы, но и повышает уровень стресса в организме из-за увеличения кортизола, что способствует укреплению мускулов. Старайтесь спать не менее 7-8 часов каждую ночь. И если ваш рабочий график позволяет вздремнуть в течение дня на 20 минут. Номер 4. Правильная периодизация. Ваши тренировки должны быть спланированы таким образом, чтобы между ними был промежуток времени, необходимый для восстановления ваших мышц. Это как минимум 48 часов для группы мышц. Через каждые 3 месяца тренировок необходимо делать перерыв на неделю, чтобы полностью отдохнул ваш организм. Номер 5. Массаж. Массаж поможет полностью расслабиться после интенсивной тренировки. Найдите хорошего специалиста, который сможет делать специальный массаж мышц и внутренних тканей организма. Глубокий массаж внутренних тканей достигает мышечных волокон. Данного эффекта не дает даже ежедневная растяжка. Номер 6. Ванна и сауна. Ванна и сауна необходимы для увеличения температуры тела и кровообращения, в результате чего жировые ткани получат больше кислорода и питательных веществ, необходимых для восстановления наших мышц. Данные процедуры лучше всего проводить после тренировки, либо вечером перед сном, для того, чтобы полностью расслабиться. Оставайтесь в ванне или сауне от 10 до 15 минут. Если хотите, можете сделать небольшую растяжку после этих процедур, потому что мышцы гибкие и эластичные. Номер 7. Зеленый чай. Данный способ расслабления является очень легким. Просто включите этот напиток в свой ежедневный рацион. Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые служат для устранения свободных радикалов, которые, в свою очередь, не действуют в ущерб вашему здоровью. Номер 8. Кардиоупражнения после тренировки. После силовых физических упражнений желательно позаниматься на кардиотренажерах. Кардиоупражнения после тренировки необходимы для отдыха и расслабления мышц. Также это поможет восстановить ваше кровообращение. Старайтесь ходить на беговой дорожке или ездить на велотренажере с низкой сопротивляемостью в течение 10-15 минут после тренировки. В ходе данных упражнений вы не должны интенсивно заниматься, потому что целью данных занятий является релаксация и отдых для ваших мышц. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!